представить Пушкина всегда непросто. Это касается и драматургии, и тем более прозы. В повести «Капитанская дочка» вся история рассказана от лица героя Петра Гринёва. Инсценировку к пушкинскому тексту в свободном пространстве писал сам режиссер Александр Михайлов. В постановку многие внутренние монологи и рассуждения героя не вошли. Может, поэтому в спектакле герой не становится так близок и понятен зрителям, как в книге. Мы делали спектакль, наверное, про то, как вот этот вот сюжет, эта история, которая во времена Пушкина была, в общем, совершенно запрещенной и не обсуждаемой, и он ее открыл, и проблема власти и народа, как она повторяется во времени. Главный герой Петр Гринёв – честный, пылкий, открытый, искренний. Режиссер считает, что этими же качествами должен обладать актер, назначенный на роль. Создатели спектакля уверены, такой герой сможет победить несправедливость и в наши дни. Каждая роль – это какое-то открытие себя с другой стороны. Здесь вот эта наивность, вот этот герой, вот это безудержные эти эмоции, которые рвутся, которые он хочет всем показать, это благородство, то, что он дворянин, что он готов всех спасти, но тем не менее обстоятельства, зажимающие в рамки, это тяжело. Вот. Театр пытается говорить об актуальных проблемах на понятном языке. Часть героев одета в современную военную форму. Сама манера общения на сцене иногда похожа на сериальную, то из фильмов про бандитов, то love story. Но Пушкин, считают создатели спектакля, и здесь остается Пушкиным. Пушкин наше все, и гениальность его простоты и простота его гениальности, она одновременно как бы и плюс, и минус в работе, потому что иногда привыкли сильно работать над образом, что-то искать, а здесь искать ничего не надо. Здесь все написано, здесь надо просто передать автора. Кто такой Пушкин для современных орловчан? Мы будем продолжать искать ответы на этот вопрос. Надежда Бутюкевич, Валентина Грядунова, Антон Промыслов для программы «Оперативный эфир».